Сегодня же в Великобритании арестовали троих женщин по подозрению в терроризме. Еще одна получила пулевое ранение во время спецоперации. Все задержанные в возрасте от 18 до 21 года. Во время рейдов в Лондоне и пригородах задержали также шестерых мужчин. Британские спецслужбы пытаются предотвратить любые атаки, поскольку угроза терактов сейчас очень возросла.